В Одесі асфальт пішов під землю, провал глибиною не менше 7 метрів утворився на вулиці Львівській. Дивом ніхто не постраждав. Місцеві кажуть, сьогодні комунальники якраз закінчили латати невеликі ями, як поруч утворився великий провал. Инфокс водоканала обязал нас это ремонтировать на дороге городского значения, по которой маршрутки ездят, обязал нас это ремонтировать. Инфокс приехал, тупо забили нам в канализационные трубы кляпы деревянные. Никто из них, ни крайних не стали искать, ничего, забили нам кляпы, вот. Вот мы соседи. Против нашего гаража вот эта вот яма образовалась сегодня. А вы видели, как это произошло? Нет, мы не видели. Слава богу, мы не видели, потому что мы были бы в этой яме, если мы бы видели. Потому что мы выезжаем каждое утро и как раз в центр дороги. Подмыло, что это? Подмыло, вы же сами нам не водите. А как избежать подобных случаев? Ну как мы можем избежать? Мы же не в земле работаем, мы работаем наверху.